Неаполитанский мастино. Неаполитанский мастино ведет свое происхождение от древней сторожевой собаки, которая, по мнению большинства кинологов, имела азиатские корни и, вероятно, происходила от первобытного тибетского сторожевого пса крупных размеров. Его потомки рассеялись по предгималайской Индии, Ассирии, Вавилонии и Малой Азии. У античных авторов, таких как Мегастен, Аристотель, Плиний, собаки от пса и тигрицы. Плиний рассказывает о двух экземплярах, которых подарил Александру Македонскому покоренный им индийский царь. Дальнейшие следы этой породы мы находим в виде статуй и барельефов из Индии, Персии и Ниневии. Археологические находки говорят о наличии гигантских собак у этрусков, что еще больше затемняет путь, пройденный Молоссом перед тем, как появиться в Италии. Попал ли он туда в результате римских завоеваний и торговли с Финикией, или пришел вместе с варварами с севера? На финикийских кораблях, наряду с другими ценными товарами, в Европу попадали и эти собаки. Здесь, в результате приспособления к новым климатическим условиям и скрещивания с местными породами, от них произошли различные виды молоссоидов. Римляне высоко ценили их за силу и храбрость и использовали в качестве бойцовых псов на аренах и для охраны частных владений. Латинский поэт Лукреций, живший в первом веке до нашей эры, именуя их в тексте молоссами, восхищается их огромной пастью, устрашающими клыками, грозным оскалом и громким лаем. После заката Римской империи в средние века остатки породы продолжали существовать в различных частях Италии, главным же образом в Неаполе, где они смешали кровь с иберийскими мастино в эпоху испанского владычества. Во время последней войны породе грозило вымирание. Немногочисленные оставшиеся в живых особи, по большей части выродившиеся, были недостаточно однородны, что привело к таким случаям, когда на выставках были сомнения в принадлежности этих особей достаточно однородных. К древней породе, заслуживающей внесения в официальные родословные книги. Кинологу, журналисту и писателю Пьеро Сканцани удалось добиться такого признания после долгих поисков пары особей, еще сохранивших чистоту крови. Скрестив их в своем питомнике и получив от них первых чемпионов, он принял участие в составлении стандарта в 1949 году. Стандарт описывает неаполитанского мастино как сторожевую караульную собаку с короткой головой, конечностями и широким туловищем. Высота в холке составляет от 65 до 75 сантиметров, вес от 50 до 70 килограммов. Допускается и больший вес, в то время как вес ниже названного минимума считается дефектом. Параметры у суки меньше, чем у кобеля, примерно на 15%. Голова мастино является одним из главных факторов его типичности. Она должна быть массивной и с избытком покрыта кожей, образующей своеобразные морщины, типичность которых не спадает от виска до подгрудка. Челюсти мощные, комплект зубов полный, прикус типа клещей или ножниц. Уши, которые до последнего времени подлежали купированию треугольником, чтобы стоять торчком по бокам черепа, сегодня требуется оставлять целыми. Глаза несколько западающие. Их цвет должен быть в тон масти. Шея очень мощная, бычья. Грудь широкая, грудная клетка хорошо выделена, спинной хребет прямой. Хвост толстый, купируется примерно на треть. Походка развязная, бег медленный, но размашистый. Шерстный покров гладкий, без бахромы, черного, свинцового или серого цвета. Допускается также рыжая, красная или тигровая окраска, но ни в коем случае не пестрая. Допускается лишь отдельные белые пятна на груди и кончиках пальцев. Бедро наклонено вперед под углом 60 градусов. Мастино по преимуществу сторожевая собака. В этом своем призвании
он доходит едва ли не до самоотречения. В результате он, как правило, настороженно относится ко всем незнакомым людям. Инстинкт заставляет не доверять им изначально, а впоследствии еще больше. Если же речь идет о человеке, который приятен хозяину, мастина одарит его полным равнодушием. В избежание чрезмерной подозрительности необходимо с раннего возраста приучать его находиться среди людей, как дома, так и вне его. За пределами дома особых проблем не возникает, лишь бы только посторонние не слишком жестикулировали. При появлении в доме гостя мастина настораживается, но, убедившись, что тот не представляет никакой опасности, перестает обращать на него внимание. Гость, в свою очередь, должен игнорировать собаку и не приставать к ней с ласками или комплиментами. Мастина приберегает свою привязанность исключительно для хозяина и его домочадцев и не выносит, когда кто-либо вмешивается в его отношения со своими. Мастина, не имеющий конкретного хозяина, является психически ущербной собакой, так как не имеет той точки отсчета, в которой очень нуждается. Это умнейшая, сдержанная, бесхитростная и наблюдательная собака, обладающая слоновьей памятью и стремящаяся всеми способами угадать ваши мысли, чтобы заслужить ваше одобрение. Никогда не бейте ее. Чтобы выразить упрек, достаточно повысить голос. В крайнем смысле стучать ей по спине, свернутой в трубочку газетой. Она тут же поймет, что поступила нехорошо, и постарается загладить свою вину. При общении с мастино часто возникает впечатление, что вы имеете дело с человеком, а не с животным. Мастина ни в коем случае не комнатный пес. Ему необходим простор. Сад, внутренний дворик или любое другое место, где он может двигаться, греться на солнце, изучать окружающий мир. Команды необходимо давать без злости, но обязательно твердым тоном. Дав команду, это должна быть простая и понятная фраза типа «сидеть ко мне» и так далее. Обязательно добейтесь того, чтобы она была выполнена, иначе собака решит, что может безнаказанно вам не подчиняться. Не ругайте ее, когда она лает. Она делает это для того, чтобы о чем-то вас предупредить или в порядке исполнения своих сторожевых обязанностей. Некоторые неаполитанские собаководы приучают своих мастин бросаться на чужих по особому сигналу. В качестве сигнала может выступать самое невинное слово, как бы, между прочим, вставленное в разговор, либо незаметное для посторонних глаз прикосновение к боку животного. Во время первых прогулок молодой мастина будет часто тянуть за поводок. Специальный стягивающий ошейник в виде цепочки, пропущенный сквозь металлическое кольцо за пару недель, отучит его от этой привычки, после чего можно заменить это довольно жесткое приспособление обычным ошейником. Кстати, никогда не следует сажать мастину на цепь во дворе. Это унизит его и озлобит, лишит его той свободы движения, в которой он так нуждается. Поведение всех членов вашей семьи должно служить для него образцом. Нежелательно, чтобы кто-то из вас налагал на него определенные запреты, а другой их приступал. Необходимо знать родителей вашей собаки, убедиться в том, что они здоровы и не имеют серьезных дефектов в конституции. Важно также ознакомиться с их родословной и, самое главное, обращаться за щенком только к собаководу с хорошей репутацией. Все необходимые рекомендации и справки можно получить, основываясь на тщательном изучении их родословной. Однако и ряд внешних признаков может указывать на хорошее качество щенка, в том числе короткая голова, незаостренные области морды, мощные плечи, соответствующие стандарту масть, прямой хвост, крепкие лапы, хороший аппетит, живость, упитанность. Брать щенка желательно после его отнятия от груди, а еще лучше в двухмесячном возрасте.
Если количество щенков в помете не превышает числа материнских сосков, щенкам достаточно молока матери, которое для них незаменимо. Необходимость в дополнительном питании возникает примерно на 20-й день жизни щенков, когда у них прорезаются молочные зубки, а мать начинает испытывать раздражение от продолжительного кормления. В этот период она часто отрыгивает непереваренную пищу, которая может служить щенкам альтернативой ее молоку. В этом возрасте, особенно если щенков много, можно начать давать им молочную смесь, имеющую тот же богатый состав, что и материнское молоко, добавляя в нее несколько ложек гомогенизатора. После отнятия от груди и до 4-месячного возраста щенок должен принимать пищу по крайней мере 4 раза в день. При этом его рацион должен быть обогащен витаминными интеграторами, такими как йогурт, яйца, рыбий жир, дрожжи и сырая печень. Взрослой собаке достаточно одного приема пищи в день, желательно вечером. В продаже имеются уже готовые корма, состав которых подобран с таким расчетом, чтобы удовлетворять все потребности собаки в пище, а качество гарантировано специальным законом. Такие корма позволяют строить потребности собаки в пище, а качество гарантировано специальным законом. Такие корма позволяют строить рацион с учетом реальных потребностей животного и обеспечивает оптимальное соотношение основных питательных веществ. Кроме того, важно следить за тем, чтобы у собаки была свежая вода. Нельзя давать ей несвежую пищу, а также длинные куриные кости, рыбьи косточки и сладости. Как только щенку исполнится 2 месяца, он должен пройти прививку 3-валентной вакцины от САПа, гепатита, лептоспироза, которая впоследствии повторяется согласно предписаниям ветеринара и при необходимости дополняется другими прививками, в частности против бешенства и парвовироза. Особо опасным заболеванием является сердечно-легочный филариоз, распространенный во всех сырых местностях, где много комаров. Комары – основные переносчики этого заболевания. Паразиты, попадающие в тело животного через укус комара, внедряются под кожу и в легочную артерию, что может привести к летальному исходу. Нередко симптомы проявляются с опозданием и выражаются в значительном ослаблении активности животного. Вакцина против... Нельзя купать щенка, пока ему не исполнится год, но и взрослую собаку следует мыть лишь в тех случаях, если она сильно испачкается или побывает в месте, где распылены ядовитые удобрения. Купание может привести к удалению жирового слоя шерсти животного, который предохраняет его от укусов насекомых. С 1991 года стало обязательным ставить метки на щенка. Кроме того, с некоторых пор нельзя допускать на выставке тех собак итальянских пород, чьи уши были купированы после 31 декабря 1989 года. Это распоряжение не встретило одобрения со стороны неаполитанских собаководов с их верностью вековым традициям. Они утверждают, что между взрослыми и молодыми кобелями, а иногда и между суками, если держать их вместе, возникают ожесточенные схватки, в ходе которых первым, за что хватают друг друга противники, являются длинные уши, остающиеся затем обезображенными на всю жизнь. Поэтому запрет на операцию, проходящую при надлежащей анестезии практически безболезненно, может существенно навредить античной красоте этой породы. Гораздо более понятен запрет, имеющий силу закона уже многие десятилетия, на собачьи бои и на дурное обращение с животными. Ни в коем случае не следует доверять своего мастина, независимо от его возраста, тем сомнительным личностям, которые готовы заплатить за него большие деньги с тем, чтобы впоследствии заработать на нем, выставляя его на собачьи бои. Эти бои до сих пор тайно практикуются во многих странах. Не следует также продавать мастинам, которые готовы заплатить за него большие деньги с тем, чтобы впоследствии заработать на нем, выставляя его на собачьи бои. Эти бои до сих пор тайно практикуются во многих странах. Не следует также продавать мастина тому, у кого нет достаточного места для его содержания, или тому, кто руководствуется исключительно мотивами престижа, но на самом деле не любит и не понимает собак. Замечательные качества мастина позволяют предположить, что...
Замечательное качество мастина позволяет предположить, что скоро он будет еще более популярным во всем мире. В Германии эта порода несколько лет назад пережила настоящий бум, следом за Италией. Сегодня по количеству мастина идет Франция, где только в 90-м году было зарегистрировано свыше 350 новорожденных щенков. Огромное число поклонников приобрел неаполитанский мастин в таких странах, как США и Бразилия. Красота его форм и поведения, пронизывающий античный взгляд, исключительная преданность хозяину, невероятная сила, которая проявляется в каждом его движении, все это вызывает всеобщее восхищение. Он был любимцем многих кинозвезд, начиная с Рудольфа Валентино. Он появлялся в таких знаменитых телесериалах, как «Невесты» и «Спрут». Впрочем, все эти появления были мимолетными, поскольку ввиду большого веса и силы мастина им очень трудно управлять, особенно если за дело берется человек физически слабый и неопытный, либо не имеющий над ним достаточно власти. К сожалению, мастина живет намного меньше, чем не такие массивные породы собак. Как правило, 8-9 лет, в редких случаях чуть больше. Лишь после его смерти вы ощутите ту пустоту, что останется в вашем сердце, и долго будете вспоминать мельчайшие подробности его успокаивающего присутствия в вашем доме, и наверняка решите завести себе нового мастина.